Видите, этот сорт гортензии Ангел Блаш, меня практически не видно за ним. Обожаю этот сорт. Такие легкие, воздушные, ажурные. Вырастает до 3 метров высотой и 3 метра шириной. Сейчас начинают раскрываться здесь уже фертильные цветы. И появляется такой нежный аромат этого сорта. Ангел Блаш. Очень красиво начинает меняться цвет. И все-таки для Ангел Блаш я бы рекомендовала выбрать полутень. В северных регионах, конечно, будет лучше себя чувствовать. А у нас очень жарко, на ярком солнце. В прошлом году вот эти лепестки, как крылышки ангела, они немного подгорели. И поэтому выбирайте полутень, растение будет прекрасно себя чувствовать и цвести. Это Ангел Блаш. Посмотрите, какая красота. Пастел Грин в 3-литровом контейнере за 850 рублей. В прошлом году не показал всю свою красоту. И посмотрите, вот в этом году лепесточки такие гиацинтовые. Прошлый год был нетипичный, очень жаркий. А в этом году Skyfall уже показывает свою красоту. И эта гортензия 750 рублей. Это Candlelight. Изумительный аромат, когда раскрываются фертильные цветы, вот такие вот свечки, и конкурирует с очень известным сортом. Candlelight очень похож на Pinky Winky. Можно сказать, что они конкуренты. И раскрываются фертильные цветы, изумительно нежный аромат. Посмотрите, это сорт Candlelight. Candlelight за 750 рублей в 3-литровом контейнере. Такие жесткие такие стебли, шугараж. И очень красивые, необычные соцветия. Я даже не могу объяснить, как их назвать. Смотри, какие красивые, необычные. И эта гортензия стоит 850 рублей. Шугараж.